Смотрите, девочки. В общем, вот бинар. Вот вы зашли, допустим, на семиугольник. Давайте будет удобно считать. Сейчас у нас 25%. Давайте, допустим, ваш аккаунт верхний, $1000. Сейчас очень много людей, Юля, пошло в бинар, потому что мы вчера регистрировались, уже были 420 какие-то. Да-да-да, я видела, недавно было 300, уже 100 аккаунтов зашло. И у вас, вы получаете со всей структуры, вам там без разницы, тут семиугольник станет там ниже, уже там тысячная линия, 5000 линия, вам абсолютно без разницы, у вас все везде слева-справа будет срабатывать. И если у вас 7 еще аккаунтов, то, соответственно, все 7 аккаунтов будут зарабатывать. Если берем другие маркетинги, там обрезание на 6 линии, на 7 линии, или, допустим, компания, забыла, как называется, у нее, короче, у вас должно быть вот здесь вот 300 с этой стороны, и с этой стороны у вас должно быть 600. У вас 300 снимается, тут остается 300, тут остается 0. Но если у вас вот здесь вот, допустим, 280, а тут, допустим, 600, у вас ничего не срабатывает. И если вы это не сделали в этом месяце, то у вас все обнуляется и становится опять нулем, и вы, грубо говоря, что работали, что не работали. Насколько, если я помню. Там 300 на 600. Ну, я говорю, да, у них 300 на 600. И у них и там, по-моему... У них обрезной до 7 уровня. И до 7 уровня. И у них, по-моему, 6, по-моему, или 7% доходность с бинара. 6. А у нас 25%.